Как вам уже известно, с этого утра вы будете работать в западном крыле. Бок о бок с сильными мира сего. Пожалуйста, будьте профессионалом. Моя близкая подруга крутит роман с президентом Соединенных Штатов. Откуда я знаю, что это правда? Алло? Она вам этого не простит. Это я переживу. Вы уверены, что улик достаточно? Мои разговоры с Моникой. Твою мать! Мир должен узнать. Пресса ее уничтожит. Вы половины не знаете. Моя жена шляется по отелям с Биллом Клинтоном. Они все выложили. Господин президент, вы знакомы с Моникой Левински? Это я на видео. Мне нужно не правосудие. А что тогда? Импичмент. Уильям Джефферсон Клинтон. Клянетесь ли вы говорить правду, только правду, и ничего, кроме правды, да поможет вам Бог. Клянусь. У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной.